Приветствую вас на канале Авиатехник. В этом ролике мы поговорим с вами о таком вертолете, как К-22, который в свое время мог стать реальным конкурентом вертолету Ми-6. Советский Союз из-за гонки вооружений стал нуждаться в воздушном транспорте, который мог бы перевозить баллистические ракеты и их комплектующие в отдаленные недоступные места. Выбор был очевиден, нужно было создать очень крупный вертолет. На момент середины 50-х годов такого транспорта в СССР не было. В ходе усердной работы двух разных конструкторских бюро имени Миля и Камова были созданы два конкурирующих между собой вертолета. Как мы теперь знаем, вертолет Ми-6 со своей традиционной схемой стал явным фаворитом и успешно справился со своей задачей. Но чем же не подошел вертолет К-22? Изначально вертолет К-22 разрабатывался на основе самолета Ли-2. Дело в том, что правительство требовало создать вертолет, способный передвигаться на скорости не менее 400 км в час. Также были обязательные требования перевозки будущим вертолетом грузов весом до 5 тонн на расстояние порядка 700 км. Необходимо было сделать два в одном, и самолет, и вертолет. В итоге получился винтокрыл. Как вы уже могли заметить, вертолет К-22 совершенно не похож на самолет Ли-2. Это объясняется тем, что конструкторы еще на начальном этапе отказались от данной схемы. Несущая схема К-22 состояла из крыла с несущими вертолетными винтами на концах, а также двумя турбовинтовыми двигателями, как на самолете. За счет такой особенности К-22 мог летать как на малых скоростях, так и на высоких. При взлете с помощью несущих винтов крыло на винтокрыле не играло особой роли. Однако, когда скорость полета увеличивалась, крыло брало на себя до 90% подъемной силы, освобождая несущие винты от работы. Предел скорости К-22 составил 370 км в час. У него имелись органы управления как от вертолета, так и от самолета, что создавало некоторую сложность в управлении. Первый полет был осуществлен в 1961 году. В ходе испытаний выяснилось, что лопасти несущих винтов сильно колеблются. Происходил флаттер. Из-за этого прямо во время полета от левого несущего винта оторвался полутораметровый кусок лопасти. Экипаж с трудом посадил машину поперек взлетно-посадочной полосы. Далее все становилось только хуже. Менялись двигатели и редукторы. К-22 пытались всячески доработать, но все безуспешно. Он так и оставался сложен в управлении и непредсказуем. С вертолетом К-22 произошло несколько серьезных инцидентов, которые привели к тому, что от проекта отказались. Несмотря на свои серьезные минусы, он мог бы пригодиться в авиации, ведь его размеры и характеристики были весьма неплохими. Вот некоторые характеристики вертолета К-22. Размах крыла составлял 23 метра, диаметр главного винта 22,5 метра, длина фюзеляжа почти 27 метров, высота 10 метров. Если вам понравился данный ролик, поддержите его пальцем вверх. Также советую подписаться на канал Авиатехник, чтобы не пропустить новые материалы.